Что, вкусно так? Календарик. Почему внизу? Что, прям так вкусно? И вот так вот ей можно? Ага. И вот так вот. И вот как бы под нее подлезть? И вот так под ней можно. Ложишься-то ты зачем? Все, с ума кот сошел. Вот так вот, да? Вот так вот. И вот так. И вот так вот. Угу. Что? Смеешься над нами? Над котом смеешься. Мы гуляем. Смотрим в окно. Он вчера. Вчера, что ли, мы тебя искали, я уже забыла. Выбежал в подъезд. Выбежал? Ты моя прелесть. Мы его изгали по подвалам. Он там спрятался. На наш голос вышел. А сам хочет гулять. Вон он, да. Как лезет. Интересно. Ну, нас дворовые его не удержишь. Будем гулять скоро с тобой. Будем? Ты ему поводок скоро покупать собираешься? А что ты вот не купишь? Вот. Все мама должна купить. Да? Ну ты же с ним гулять собираешься, не я. У меня есть... переноска. Это не то. А, значит, это ты хочешь гулять с поводком? Не хочу. Я купила рюкзак и специальный свитер с карманом, да? Ну, видно, что у него кофта специальная, да? Теперь видно? Видно. Во дворе тише, а тут трактор. С бабушкой идем сейчас к племяннице. Мы так редко с ней видимся, потому что мама ее, жена бывшая моего брата, не очень жалует общение совместное наше. Но вот тут спектакль у нее в школе. Я ее не видела несколько лет. Ну, зачем родители впутывают вот в свои скандалы детей? И ближайших родственников. Ну, вот так. Такая мстя через детей. Это нам праздник повидаться, порадоваться за нашу талантливую девочку. Сейчас я тебя в печку посажу. С мамой погуляла. В общем, я с такой гордостью за свою племяшку. Она сама этот спектакль, оказывается, поставила. Все танцы. Все великолепно. Я такое удовольствие получила. Ну, просто вот талантище. Надеюсь, что у нее все получится. Она хочет поступать. И, как я поняла, не знаю уж, талантов много. Петь, танцевать, ставить спектакли. Это уже режиссер, актриса. Все, девочка, вперед. И я бегу. Думаю, еще успею проголосовать по дороге. Какое чудо-юдо здесь стоит, оказывается. В общем, за 2 минуты
то уже все сделала. Я никогда не говорю, за кого я голосую, ни на одних выборах. И вы никому никогда не говорите, и не спорьте, и никого не уговаривайте. У каждого, я считаю, что это должно быть внутри тебя. Что ты думаешь, почему, на чем твои взгляды, на каком опыте держатся. Но я обладаю наивностью, что все в твоих руках. Не нужно потом никого обвинять. Если не пришел голосовать, то совсем вообще рот на замок. Надо ходить. Минут поэзии. Давайте поаплодируем. Раз-раз. Блинчик, все наелись. Как у вас настроение? Сегодня солнечное? Масленица все купила? Вот под масленицу сегодня прощенное воскресенье. Всех успели попросить прощения? У всех? Слава Аллаху, у всех попросил. Так, сейчас секунду, первую строчку. Немножко волнуюсь. Начал всегда тяжело. Ой, прошу у всех прощения. Прошу у тех, кого прошу. А есть у того, кого я не прошу, что это я у них просить буду? Прошу, потому что положено. Ну, не потому, что вина заложена, а ради прощенного воскресенья. Ради всеобщего вот этого веселья. Ой, прошу, кого просто простить. Но не попрошу, но не согрешу. Да. Иногда просто некогда просить. Просто веселье. А иногда поздно просить прощения. Я... Весну дыхаю. Я ее ждала, а она не знала. Просто так пошло. Просто потеплело. Просто расцвело. Просто зазвенело звонкое стекло. У весны все просто. У весны простор скованный. Звезды вышли на обзор. Я свою беспечность разбужу от сна. Пусть гуляет срочно, ведь пришла весна. Немножко весеннего настроения. А сегодня день кораблика. Не найдете вы его в календаре, ведь ручьи прячут день кораблика. И раскроют тот секрет лишь детвори. Той веселой, доброй детвори, что не смотрят дни в календаре. Смотрят день кораблика по лужам. Не пропустят. Им-то очень этот день нужен. Кстати, в Москве практически не бывает дня кораблика. Конечно, очень хорошо, что город очищает. Но вот у нас в Москве я сейчас шла. Лужи замечательные. Просто, у кого нет недостатка луж, приезжайте к нам. У нас день кораблика прям высший класс. У меня есть такой персонаж, от лица которого я позволяю себе иногда рассказывать. Она говорит все в шутливом. Видите, все сегодня сходили на выборы. Все это делали, если нет. Еще выборные участки открыты. Что ты здесь делаешь? Вот. Я сходила, и такое вот ироничное стихотворение от этого персонажа, такая Танечка несерьезно ко всему относящаяся. Кто за свободу действий? Я за свободу бездействий. Кто за свободу слова? Я за свободу молчания и за свободу невыполнения обещаний. Кто за свободу любви? Вот и пусть мучаются они. Я за свободу обид и за свободный внешний вид. Кто за свободу выбора? Я за свободу отбора. Кто за свободу голоса? Вот я за свободу волоса. Пусть чулочка лежит прямым пробором. Сейчас более по-серьезному стихотворение. На следующей неделе мне вручают медаль Лермонтова. Серьезно, такое мероприятие. Я подавала
на поэта года, и там среди этих номинантов происходит вручение такое. Поэты сами себя как бы награждают, друг друга только знают. Благодаря вот таким вечерам нас узнают немножко побольше людей. Не такая замкнутое пространство, да, для поэтов. А то поэты знают только не друг друга. Фактически как-то у нас мало площадок, для музыкантов больше выхода. И телевидение у нас мало показывает, вообще не показывает. Вот это стихотворение я подавала, хотела его прочитать. Прошлое порождает обиду. Смотришь назад, будущего не видно. Чтобы решать споры, нужны переговоры. Надо договориться, надо к миру стремиться. Тянешь время, затянешь пояса. Ищешь, кто будет за, но оружие не решат споры. Нужны переговоры, надо договориться, надо к миру стремиться. Чем больше союзников, тем больше кредита. Кто и чем будет платить? Очистят крохоборы. Нужны переговоры, нужно договориться, надо к миру стремиться. Закопай в могилу свою гордыню. Добро вместе с полотенцем. Мудростью решают спор. Нужны переговоры. Надо договориться. Надо к миру стремиться. Спасибо, это была Таня Матани. Очень рада, что я сегодня перед вами выступила. Спасибо. Раз, раз. Хорошо. Новости какие? Волевым решением мы решили бросить программирование. Дима выбирал вот этот Майнкрафт какую-то тему программирования, чтобы там был питон, на питоне. Но в результате он сказал, я ожидал одно, а я вижу, он интерес теряет. То есть во время занятия онлайн, чем вот плохие занятия. Он, например, там идет занятие, а он в это время в игрушки играет. Домашку задали, он к ней не горит. Результатов нет. То есть если мы программировали мультики, то он сам делал мультики, потому что ему было интересно. Ну, он сразу же применял свои знания, а это вот ноль. Я говорю, за что мы его в результате... Давайте не будем никого мучить, себя особенно, и платить деньги за то, что ты не хочешь делать. В общем, я его убедила, в результате все он сказал, теперь мы не ходим на программирование, у нас пятница свободна. Это вообще кайфы, потому что пятница вечера, вот это полтора часа он сидел за компьютером, и я считаю, что это тоже их большой недостаток, что они заставляли полтора часа. Не два урока по 45 минут, а вот так, типа, мы объединим. Да тяжело. Вот. Потом группа, может быть, вам меньше делать, раз вы на этот возраст. То есть я считаю, что сами организаторы, ну, не понимают, что они делают. Потому что нужно пересматривать. Ну, в общем, мы что хотят делают, мне лишь бы... Я только рада, потому что это же еще и в компьютере вот это торчит. А еще он нас обманывает, потому что садится делать типа домашку по программированию и в это время играет. Еще одна сторона, вот это я говорю, тебя только к обману приучаешься. А он себя контролировать не может, ни один человек не может. Вот я беру телефон, я сначала в ТикТоке зависну, а потом называется полезное делают. Никто не может удержаться от этого, это невозможно требовать от ребенка. Ну, в общем, я говорю, это только приучение... К развлечениям называется, а не обучение. Добрый день. Я одна из первых пришла, вот и получилось, и первая выступает. Я буду читать Цветаеву, очень известное стихотворение, которое я люблю, и она у меня ассоциируется. Вот настолько в моем мозгу именно она, именно это стихотворение, я считаю ее важным. Вчера еще глаза глядел, а нынче все косишься в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Я глупая, а ты умен, живой, а я остолбенелая.
о, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? И слезы ей вода, и кровь вода, в крови, в слезах умылась. Не мать, а мачеха, любовь. Не ждите ни суда, ни милости. Увозят милых корабли, уводят их дороги белые. Вопль стоит вдоль всей земли. Мой милый, что тебе я сделала? Вчера еще в ногах лежал, равнял с китайской державою. Раз он бы рученьки разжал, жизнь выпала копейка ржавая. Где-то убийцей на суду стою, немилая, несмелая. Я и в аду тебе скажу, мой милый, что тебе я сделала. Спрошу я стул, спрошу с кровать, за что терплю и бедствую, отцеловал колесовать, другую целовать, ответствую. Жить приручил в самом огне, сам бросил в степь заледенелую. Вот что ты, милый, сделал мне, мой милый, что тебе я сделала. Все обедаю, не прикословь, вновь зрячая, уж не любовница. Где отступается любовь, там подступает смерть садовница. Само, что дерево тряси, в срок яблоко спадает спелое. За все меня прости, мой милый, милый, что тебе я сделала. Просил поэзии, хочу немножко сказать, потому что у нас, я сама из Королёва, и станция Большева, там, где дом-музей Цветаевой, если кто-то там был. Вот, и я наблюдаю, это одноэтажный небольшой дом, и около него сквер, сквер Цветаевой. В этом сквере мы собираемся поэтами иногда, вот у нас литературный клуб свой. И когда я смотрю в этот сквер, у нас вокруг эти одноэтажные дома, дачные, такой поселок, его сносят, сносят, и многоэтажки строят, некоторые дома сжигают, ну, кто-то, наверное, не соглашается. Но сквер и дом Цветаева держат вот это урбанистическое нападение. И я все время думаю, насколько сильно поэзия, насколько сильно слово, что не могут его даже снести, и что оно стоит, и мы можем погрузиться и зайти в этот дом, и как в другой мир, пройти в другой мир через какой-то другой портал. И у меня родилось стихотворение, когда я была именно в доме музея Цветаевой, там висит зеркало. Зеркало Цветаевой. Я в зеркало Цветаевой гляжу, чью душу в нем я нахожу. Кто там, поэт или гордец? И каково терновый несть венец? И каково быть колкой на язык, чтоб в ум насквозь проник, жить среди недосовременников, чтобы ценённой быть Z-поколением. Была я на новой площадке «Цветы поэзии». Формат интересный. Сначала выбираются известные поэты. Сегодня была Цветаева, Ахмадулина и Ахматова. Вот. Читается ее стих, а потом свои. Очень классно послушать классику и романсы известные. Вот, сейчас бегу. И завтра рифмос. Я вроде не записывалась. Смотрю я в списке. В общем, я не знаю, пойду ли я завтра, раз меня записали, или не пойду. В общем, я еще не решила, потому что я не планировала. Я устала. Вечер. Какая-то невероятная девушка. Просто какая-то все цвета радуги и вне радуги. Да, Таня, Матаня, давайте ее встретим аплодисментами. Раз, два, три, четыре, пять, Таня. Что-то я часто стала отжимать. А мы вот как-то подумали, что сегодня это ваша, Таня. Опять какой-то вообще, я не знаю. Ой, я сегодня не думала, что я выступала. Я забыла, потом вспомнила, потом опять забыла. Это такое весеннее помутнение. Сегодня будет спонтанно выступать. Весеннее помутнение такое, да? Да? Кружит голову. Я слишком много на себя всего взяла. Хорошо же. Да, но нужно и погрузить мозги тоже. Так, Тань, в какой цвет волос вы не красились никогда? Не знаю. Зеленый был, синий был.
розовый стандарт? Розовый, ну вот последний год, да, розовый. Ну черный был цвет? Черный был, да. Черный тоже был. Вот, короче, все вы попробовали. Рыжий тоже был, правильно? Да. Да, ну, в общем, это. Если вы знаете какой-то цвет вне планетных цивилизаций, который Таня еще не пробовала, напишите, мы покрасимся, да, в этот цвет. Да, я покрашусь. Да, вот так. Да. Ну что, ребятки, сегодня 185-й выпуск «Ритмоса». Открывает Таня Мартани с каким-то суперсборником у нас. Сейчас поэт года скоро, да? Да. И есть премия. Я как раз просто забрала 9-й том, ребята. Представляете, 9-й – это не крайний. Там их там 20, наверное, будет. Представляете, сколько поэтов. Каждый здесь по 3-4 стиха, а у каждого, если по 100. Сколько стихов рождается одновременно у нас. Это просто огромная премия. И я буду награждена медалью Лермонтова. Но вообще ничего не дают эти медали. Ну, кроме, там, я не знаю, душу греют. Конечно, это самое главное. Это самое главное. Вдохновение дает. Так как я не готовилась, я решила, что то, что вот одно стихотворение, которое вошло в этот сбор, я сейчас его прочитаю. Да, ребята, с него начну. С него и начнем. Ну что же, Таня Матани открывает наш вечер. Давайте. Я сделала подборочку к сегодняшнему дню и ориентировалась на день поэзии. Преимущество неизвестных поэтов, они говорят о том, что думают. Не боясь раскрыть секретов, не боясь неуместного юмора, они пишут для своего ощущения, для своего равновесия в пространстве. Они пишут слова, не взвешивая, не зная, кто прочтет это заранее. И летит это слово меткое в самый пыл и жар событий. И летит это слово в столетие, потому что написано искренне. Сливаются образы, утягивают обузом. Что за обуза? Превращать все в поэзию, впихивать прозу в рифмованные фразы. Кто пробовал раз, подхватил заразу, той поймет сразу. Ругать и звать музу, примирать и рвать ризу, узреть и душой, и глазом. Уклоняться от соблазнов и наслаждаться сарказмом. Течет по венам, какие строки сочатся, что потом выходит, народ колобродит, какие сосуды наполнят, или есть пустой, прочитан же про Толстой. И классики мрачностью больше не манят, где взять и наполнить себя, кто не обманет. Эй, ты, современник, ты же пишешь, слагаешь, вещаешь, кого ты наполняешь? Уйдет один поэт, придет другой. Один в испуге не доскажет, другой не побоится. И у слов всегда свобода есть. Лишь сам себе ты можешь запретить не говорить. Или говорить лишь лесть. И прям закончу такой эпиграммы вчера, буквально свеженькая. Потому что все чихают кругом. Кто болеет гриппом, а кто-то читает рифмами. Ест строфы с аппетитом, а закусывает поэмами. Не боитесь чихающих вирусом. Переболейте, да бог с ним. Боитесь чиха поэта, вдруг стих этот войдет в школьную программу, и учить его придется. Вот это драма. Ну, спасибо. Же, Таня Матаня, да, ребятушки? Баллы, комментарии все подставляйте. Можно нам вернуть звук, пожалуйста? Да, спасибо. Ну что, Таня, у нас есть давай, что-то давай. Определенное, да? Итак, нефильтрованное, как говорится, сегодня нефильтрованное, да, я не успела сегодня залезть в бутылку в нашу. Если вопрос не нравится, можно махнуться. Хотели ли попробовать секс на снегу? А весной, да, вообще это какие-то вот вещи, я не знаю, странные, на снегу для чего это, вот мерзнуть? Можно в тепле, в уюте, в комфорте? Нет, на снегу зачем это? Нет, это не нужно. Еще на коньках, на льду, вот это все не давайте.
мы передадим информацию, да, Марку, что но снег нам не нужен. Спасибо, Таня, Матаня. Ребятки, баллы комментарии, все оставляем, да, как вы к снегу пишите, да, все нам нужно. Решение, наверное, просто проектировщик это думал, чтобы вот здесь была лужа. А у нас только сделали ремонт капитальный, все проложили. Отвод воды. Зачем здесь делать лужу посередине? Для чего? Вообще, вот такая лужища. Неужели нельзя как-то было нормально отвести воду, чтобы везде было сухо? Сюда бросил. Не я. Ну это понятно. Мусор вылази какой-то. Шоконька, ты осмелел? Ага. Сразу спустился. Любопытство. Дождь только. Ну да, чуть-чуть капает. Ладно. Заносишь его, следишь за ним. Да, тогда. Вижу, конечно. То есть тебе теперь выгулить кота это в развлекуху. Ага. Ну, будешь выгуливать. Не ага, всегда. Уже машин не пугается, видишь? Третье отделение. Ура! Она материализует жизнь, а деньги. Деньги, они материализуют общество. Каждому, конечно, хочется, чтобы любовь превращалась в деньги, а деньги превращались в любовь и задают вопросы вновь и вновь. А можно ли любить за деньги? А можно ли любить без денег? А можно ли любить деньги? Страх потерять деньги сильнее, чем страх потерять любовь. Любовь и деньги вместе создают только одиночество. А из одиночества любовь не получается. А вот из денег даже очень себе воплощается. Ну все, тайна зова. Пока. Встретимся снова. Любовь им подавай, а не просто так ножки раздвигай. Сами-то, что такое любовь знает, от одной к другой шныряют. Джентльмены просроченные. Приходит ко мне от одиночества любовь. Любовь. Это чувство-то безответное. А боль от нее. Боль от нее стоекратная. Говорят, влюбленные в нематериальном мире летают. А поэты, они любовь восхваляют. Не восхваляют, а пытаются. Ни одного поэта нет нормального любовного сюжета. Отелло удушил? И эту вот, эту, отравили-то Джульетту. А? Любовь-морковь. Даже нормально не рифмуется. А выйди на улицу, кругом хмурых лиц. Только у меня... Не можно повеселиться, чтобы любить, надо уметь отдавать. Душу из себя, часть, вырывать. А не можешь, будешь мне за любовь деньгами возвещать. Вот. Я поэт, это мое стихотворение, и когда я начала ходить на этот кусок, я собрала сборник, называется «Монологи, диалоги», и я надеюсь, что у меня еще получится побыть с вами на этих.
На улице невозможно найти место. Все вышли гулять, чтобы просто поболтать с вами. Погода прелестная. Я с последними событиями не могу очухаться. Мне, оказывается, выступать уже. Я думала, 31-е тогда далеко. А на самом деле вот оно уже. Я после вот выступления последнего, то есть, представляете, я выступаю, заканчиваю, наш блог заканчивается, и мне вот эти вот новости. Я скорее домой, и уже мне смс-ку написали, что я там какой-то коктейль выиграла, ну, то есть, меня заметили. Для меня это очень важное событие было, что меня в такой тусовке отметили в актерской, потому что я не профессиональная актриса, то есть, мой номер я, значит, представила хорошо. Для меня это было важно. Поэтому я туда и пёрлась. Вот. И еще пойду теперь за коктейлем. Я надеюсь, у них есть безалкогольный. Но вдруг вот это событие... Все прекрасно знают. Я просто ошалела. Хотя я ожидала. То есть после выборов я ожидала, и я думаю, что еще что-то будет. Ну, то есть вот... Какая-то тревожность и в ожидании чего-то. Чего-то. Я смотрю, люди реагируют, идут, цветы возлагают, эти, журавликов этих делают. Мне совершенно, конечно, непонятно, как так быстро запустилась эта акция «Журавлики». Как будто она была подготовлена заранее. В общем, в моей голове столько всего. Не могу освободить свою голову от всех мыслей. Потому что, ну, 24-й уже готов видеоматериал, запускает видео на стены. Как это? Ну, в общем. Или это к Дню Победы готовили, а для журавлей запустили. Ну, потому что это нужно было прям подготовить. Это же... Откуда они взяли там эти журавлики? Прям дизайнерски нарисованы. Ну, то есть, как бы, продуманные такие. Не знаю. В общем, я... В такой ситуации спряталась дома. Я сидела вообще вот в своей скорлупе, чтобы вообще осознать, что происходит. Я хожу на одном месте, потому что здесь собачки. Растаял снег, называется, кругом собачьи следы. Люди не убирают за своими животными. Вот. Так что вот. И у меня была возможность выступить 26-го, два события было, я не пошла, я не могу. Я причем думала, я жесткую повесю какие-нибудь почитаю, ну, то есть, чтобы душа освободилась. Я выйти не смогла из дома. То есть, я не представляю, насколько бывает вот это. Все по-разному реагируют. Кому-то нужно вот это выйти и с людьми быть, и скорбить все вместе. Мне нужно в кокон спрятаться. Но это вот моя, наверное, натура рака, я не знаю, как это определить, но, в общем, это так. Теперь вот 31-го выступаю, последний день марта, буду про котиков читать. Планировала про котиков, сейчас я думаю, что вот про котиков сейчас лучше всего читать. Нейтральное, никого не задевающее. Я написала стихи под это событие в Инстаграме, в результате они у меня остались и на стихи.ру. А с контакта я удалила, потому что у меня, знаете, такой профиль, и бац, вот это вот. Картинка, под ней даже лайк никто не поставил, хотя просмотры есть, потому что она не мне характерна, мне кажется, в ленте ее увидели, когда, что это вот это вот сказали, то есть она была слишком вот вообще алым, вот, что она меня саму, я ее удалила в результате, и пыталась записать видео стих на нее, я не смогла, вот я не могу, у меня ком в горле. Ну ладно, вот такой вот тема заканчивается. Да, да, вот ворона со мной согласна. Вар. В общем, на дачу еще мы собираемся поехать. Что еще в этом влоге, наверное, будет? Ну и закончится раз 31-го выступления. А оказывается, после 31 марта, 1 апреля же. Вот, что еще? Интересно, как жизнь-то? 1 апреля никому не верю. Опа, все. Пошла за Димой. Он у меня на ракетном моделировании. Ой. Цвет индиго, они сказали, да? Индиго. Вот такая у нас чашечка. Это мы ходили... Сколько уже месяц прошло, да?
на керамику Дима делал. Вот у нас это все подписано. Тут число есть, наверное. Вот, 21-го. Что там? Нашел решение? Вот. Да, как. Специально вот эту канавочку захотел, так что классно сходить. Вот ее обожгли, глазурью покрыли. Цвет Дима написал, какой он хочет. Тут у него какая-то печать. В общем, классная такая. Handmade. Вот, я вот не верю. Вот я не могу такую тарелочку сделать. Вот как она называется? Конечно, мастера помогали, да? Но все равно это какая-то классная штука сделать такую вещь своими руками. А, Дим, что ты делаешь? Историю? Да. Вот как подсаживают детей на компьютер, называется. ВПР, тренировка, теперь задают в компьютере. А вы ВПР саму будете в компьютере проходить? Нет. Нет? Через 300 метров на светофоре далеко поверните сестра. Направо, на улицу Попелина. Только уже в красивом месте, да? Столько километров стоит проехать. Вот еще. Манснежники. Ой. Зацените мой новенький рюкзачок. Он, в принципе, той же фирмы. Я в результате ходила, выбирала. И вот эта вот девочка, видите, у меня здесь такая вот она. Деваха. Вот. А здесь вот она. Вот. Тут вот. Ну, нравится мне качество у них. Вот это вот. Ну, не дешевые рюкзачки, но я надеюсь, что он мне долго послужит. А прошлый рюкзак у меня стал уже весь потертый, разваливается. Я с ним 2 года ходила. Я решила, что я возьму хороший и подольше с ним похожу. Всякую дребедень брать, да? Ну, как обновочка-то? Красивая. Это и видео снимаешь. Сзади. Прекрасно. И горизонтально сделай фото. Мне фото. Меняющие образы, как перчатки. Да, давайте встретим. Это девушка весна просто. Да, есть фан-зона своя. Добрый день. Добрый день. Тань, ну скажите, где у вас хранятся костюмы? Нигде не хранятся. Не так. Я просто комбинировать умею. Мало вещей, но я и так. Но у вас дома тоже вот такие яркие тона, там, картины, там, я не знаю. Ну, я не знаю, как яркие. Ну, цвета присутствуют. Цвета присутствуют. Да. Да? Тань, а какое блюдо ваше коронное? Что умеете готовить? Да я все отлично готовлю. Вот. Ну вот сейчас пост, и я вот сейчас буду готовить апельсиновый пирог постный, очень вкусный, просто. То есть можно подойти за рецептом, да, если кто захочет? Ну вот на память я его не скажу, но у меня видео есть, если что я... Подходим за видео, да? Кто хочет постный пирог, да? Да, очень вкусно. Какая сегодня тема? По мне видно, по-моему, да? Я как чукчу. Кошки, коты хотят... Да? Да, я хочу прочитать про котиков. Про котиков, ребят. У кого есть кошки дома? Похлопайте. У кого кошечки есть? Мало, кстати, да, не так уж и, Не так много целевой аудитории, да? Не так много. У нас, кстати, я уже вижу эти ушки на верхнем плане. Второй микрофон. Я уже вижу. Так, да, можно второй микрофон, пожалуйста, пользуйтесь, как вы хотите. Ну что, давайте встретим. Работает? Ну, все работает. Таня Матаня, ребятушки, весенняя наша девушка. Значит, я не здесь лежу. Другое место нахожу. Где я лежу, там
мое место. Глянь-ка, вышла гулять уличная гопота. Шныряет туда-сюда. Так, на подоконничек перемещусь. Над ним сейчас поглумлюсь. Да. Только достойным корм-то перепадает. А не эти вот, которые туда-сюда шныряют. Только самым красивым положено, а не облезным и неухоженным. Ну ж, привет. Что с ней на обед? На улице нет котлет. А я тебе говорил, ты перемудрил, мы ж с тобой одной, с одной помойки, а ты все еще в поиске хозяина. Его надо выбирать по глупости, по молодости. С выбором не, затягивать не стоит. Потом этот не тот. Вон тот тоже не устроит. Потом начинаешь видеть человеческие недостатки. И думаешь, мне ж всю жизнь его любить. Вместе жить. А коту быть в порядке, это жить в полном достатке. Это когда в мисочке корм элитный. И туалет с человеком раздельный, а не слитный. Хорошо коту тому жить, кто позволяет себя любить. Все начинается, конечно, с уважения. Потом разрешаю ласку. Потом привычка. Потом смирение. А взаимопонимание — это когда живут по моим правилам. Мяу, по первому зову мне подай. Вообще побольше себе позволяй. Человек, вот кот, он может делать все, что человек себе не позволяет. Будь наглее, это их восхищает. Наглая морда коту — комплимент. Ах, человеку нет. Да. И кто любит котов, тот собаку не заживет. Это совсем другой народ. Вот собака умная на вид, а перед хозяинами лебезит. Кот сам себе на уме. Вот ответьте мне, в том ли ум, чтобы поддаваться дрессуре, или от любой натуры добиваться своего? К тому же они не убирают за собой свое дерьмо. Это их не уважают. Вот кот за собой закопает. Вот. Ты знаешь, ты не поверишь. Что же скажу? Вот мяу-мяу, потом мяу-мяу, кис-кис. Меч-меч, беш-меш. Это все люди на разных языках с котами разговаривают. Трех слов не знают. А у нас мяу, мур и фыр. Все тебя понимают. Ну, для тупых еще хвостом так добавляют. Три слова. Верх коммуникации. Высший разум, цивилизация. А люди трех слов не знают, что весь мир объединяет. Стой. Тогда побежала, я еще не досказала. Глядись-ка, киска Лариска. Все коты собрались, откуда только взялись. Ладно, на что друг променял? Ладно, на полную миску. Эти коты с яйцами все что-то суетятся. Эти гормоны делают их неугомонными. Вот кастраты, нормальные ребята, чисто мурыстые, практически породистые. Ой, ладно. Я этих Лариск
и не замечая, они вон вокруг ее хвоста виляют. Скучно. Ладно, что-то я с этим облезлым заболтался, проголодался. По пути горшок стоит ронять? Хозяин у меня любит в земельке копаться. Не, не доставлю ему такое счастье. Надеюсь, у меня получился кот, потому что дело, ну, когда-то кошку трудно изображать кота, но у меня именно кот, поэтому я изображала его, и вот такой ленности, такой вот. Наблюдение за ним. И второе стихотворение тоже будет про кошек. Я его уже читала, «Курлы-мурлы», но я решила, что ну, нужно продолжить кошачью тему. Утром открывается окно. О, пушистые, крылатые мои летуны, ешьте свое пшено. Нынче дорого оно, но, слава богу, небу деньги не нужны. А в ответ «Курлы-курлы». Курлы-курлы, соседка вчера померлась. Ой, тоски она поддалась, а мне не рано еще. Да, нет, нельзя ни почем, кто же вас будет кормить? Я об одном только молю, вот чуток бы пожить, я вас еще покормлю. А день начинается с мурлы. Трутся ноги хвостами. Пушистые мои топоны ждать меня устали. За молоком идите далеко. Коровы-то никому не нужны. А в ответ мурлы-мурлы, мурлы-мурлы. Говорят, надо в больницу лечь. Чё-то там сердце, печень. А я вручу говорю. Да я-то еще потерплю. А каких-то кто будет кормить? Не, я об одном только Богу молю. Чуток пожить, я хорошо покормлю. Зачем тебе нужны эти твои тупуны? Кормишь всех подряд, бездомных котят, птиц. Еще вот собачек завела, ртов, котов. Соседи жалуются, антисанитарии, у тебя диабет. Аритмия, тебе что? Самой деньги не нужны, твои тупуны. Оно в мире-то как? Каждому по паре в этом мире представлен. Кто-то может к китам, я вот к птицам. Сергеевна была к собакам, Петровна к котам. Но их Богом прибрало. Стало быть, мне перепало кормить их, пока не найдется новая пара. Не, чуток бы пожить, я в одном только Богу молю. Я их хорошо покормлю. Таня-матаня, ребятушки, да, сегодня кошачья, собачья, голубячья тема, да, у нас. Да. Март, потому что март. Все птички, кошечки, собачки, все выявили. Все птички, все кошечки. И люди тоже, кстати, за ними. И люди тоже. Так, ну что, Таня, вопрос, муж в зале? Муж не в зале. Он ленивый котик сегодня. Ну, поэтому остался. Можно ответить, хотя можно и так ответить, правильно? Да. Что тут? Был ли у тебя секс с тем, кто тебя не привлекает? Нет, Бог не его. Я очень избирательный. Да? Досмотр? Да? Спасибо, Таня-матаня!